Алексей Козлов представляет. Мне очень бы хотелось вспомнить о человеке, которого звали Дмитрий Покровский. Дело в том, что я был очень хорошо знаком с ним. Более того, какой-то период времени мой ансамбль «Арсенал» даже сотрудничал с ансамблем Дмитрия Покровского. Нас сблизила с ним любовь истинным старинным русским народным песням. Гораздо позже это было взаимное увлечение духовной музыкой. И, как ни странно, еще позже я с удивлением узнал, что он тоже интересуется атональной музыкой в применении к древнему этносу. Нас сблизило еще одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что ансамбль «Арсенал» был нежелательным в советской культуре как представитель чуждого советскому обществу джаза и, более того, даже джаз-рока. Ведь ансамбль «Арсенал», находясь в подполье, исполнял, ко всему прочему, еще и религиозную оперу «Jesus Christ Superstar», то есть «Иисус Христос сверхзвезда». Я помню, как поразил меня тот факт, что ансамбль Дмитрия Покровского был тоже нежелательным в среде советских чиновников от культуры. Это было в самом начале исследовательской и исполнительской деятельности этого ансамбля. Дело в том, что в советские времена фольклор был причислен к академическим видам искусства наряду с классической музыкой или оперой. В большинстве крупных городов Советского Союза существовали собственные государственные народные коллективы, чьи концерты представляли собой помпезное театральное действие с огромным количеством участников, разодетых в народные костюмы. Это все субсидировалось государством и находилось на государственном уровне. По несколько раз в году в различных регионах страны проводились фестивали народной музыки. А так как народов, населявших Советский Союз, было много, то такие фестивали имели своей задачей объединить их в единую дружную семью, как тогда было принято говорить. И вот когда появился ансамбль Дмитрия Покровского, где ничего такого не было, они просто выходили на сцену, иногда босиком, одетые так, как одевались в старину деревенские люди, и пели те же самые русские старинные народные песни, но как-то по-новому. Простота, а главное, подлинность исполнения народных песен вызвала такой контраст с помпезным советским фольклором, что возникла проблема необходимости пересмотра взглядов на древнюю народную музыку, что в конечном счете и привело к негативному отношению ансамблю Дмитрия Покровского. А теперь давайте посмотрим фрагменты фильма, который был снят гораздо позже, когда уже ансамбль был признан, и сам Дмитрий Покровский в этом фильме рассказывает об истории своего ансамбля. Она точно такая. Поем. Вы спойте сначала сами только, а мы просто послушаем. Ну, конечно, давайте. Не будем вам мешать. Ну, давай, туманы. А идея попей. Туманы мои, это шум. Шум, шум, шум. Я не буду ей играть. Это я. Сам себя записал. Это я. Последний. Это Василий, конец. А мы там гуляли. Эй, из правого у вас барука. По сути, мы живем в тот период, когда до нас еще дошли песни тысячелетней давности, но
Еще 100 лет они вряд ли проживут, во всяком случае, вряд ли проживут в деревне. И именно поэтому мы ездим в экспедиции, записываем народные песни, поем с народными исполнителями, изучаем то, как они поют, и даже как бы отождествляемся с ними. И сейчас это своеобразный ансамбль лаборатории, который, с одной стороны, продолжает научную работу, а с другой стороны, пользуется довольно большой популярностью даже среди молодежи. Вот это самое. А что значит без мотажа? Не обязательно все говорить. Да. Не надо говорить. Все говорить. Ой, это мы ходила, я все и она. А это Тойота, ну, бабеночка. Вот она, видишь, она выходит хорошо у вас. Она не получается. Вот, частенько ты играешь, она под вас подстраивается. Ты часто делаешь слова, так это колено у тебя часто получается. А ей при, да, вот повороты часто, а ей приходит. Да, парень, точно парень. Нет, они, видишь, она подняла, а он под нее. Это не в виду. Вот заостри раз навсегда, чтобы ты был в памяти и помнил это слово. Исключительно запевала, все играете. Он направляет слова, направляет мотивы, направляет все. Только за ним песни, а остальные выдерживают все за ним. Только запевала руководить. Исключительный ответ, помню. Да. В сфере интересов нашего ансамбля совершенно различные жанры народного творчества, и обрядовые песни, и даже сами обряды, и игры, и хороводы, и народные инструменты, и свадебные песни. Основа нашего репертуара – это классическая русская протяжная песня, причем многоголосная песня в наиболее сложных ее проявлениях. Песня, которая поется удивительно сложно. Там может быть до 5-6 совершенно независимых друг от друга голосов, которые импровизируются одновременно, и создается чрезвычайно сложная фактура, и мы старались освоить именно эту многоголосную импровизационную традицию. Когда вы заканчиваете свою тему, вы ее отдаете, перебрасываете, вы должны ее подхватить. При этом не выходя из своего отношения к тому, что каждый из них делает. Это очень важно.